Ну, заходим. Я так понимаю, ему нужен. Он состоит из частей. О, здравствуйте. Ага, то есть. Щит нельзя ломать, а вот это надо ломать, да? Чтобы он меня не бил. Пора выйти за пределы своих возможностей. Нет. Ну ладно. Оглушение на него действует? Ни хрена на него не действует. Так, ломаем вот эту хрень. Ай. Ты куда? А щит куда улетел? друг, вернись. Ты куда? Ядрит там бафов, конечно. Яд на него кинуть. С учетом, что у него 240% сопротивления. А, кровотечение снять. Ну давай вот так бахнем. Типа все равно хилять. Йо. Щит поднимается вверх. Потом падает вниз. И получается больно. Ясно. Но пока он ничего особо не делает на самом-то деле. В смысле? Мать, давай на вторую позицию. Ну ладно, да, попробуем. Почему на тебе опять кровотечение? Можешь сказать? Я только что тебе вылечил уже. Щит над головой. Так, мне надо щит сломать до или после того, как я сломаю копье? Так, копье минус. Так, теперь баф. А теперь хил. О, прям критами куда надо. Мать, давай. Но, в смысле, а почему вы его боялись-то? Ладно, давай я просто щит сломаю. Но пока что он просто не сложный. Он просто, ну блин. Получается... если его убивать через по-честному, ну то есть по-правильному, да, то есть надо просто дождаться, пока щит поднимется вверх, щит падает, ломает мне черепушку первых двух, и все. Как бы все. Мне теперь любопытно. Мне теперь любопытно, что будет, если сломать ему щит. Давай репостом сейчас фиганем. Решающее избиение. Давай набафаемся только перед этим. Если, конечно, босс раньше не умрет. Так, ну ладно, баф. Мне все равно не очень нравится то, что вы говорите. Что-то плохое случится явно. Ну ладно, давай посмотрим, мне любопытно. Да, славно влезал. Влезал-то славно. Может появится какая-нибудь херня, которая будет меня очень сильно бить? Здоров. Ну потому что сейчас челленджа нет. Вот реально. Получается, если я его просто убью, будет неинтересно. Давай ломать щит. Фиг с ним. Ломаем щит. Все, хера. В смысле, ты не умер? Ну, блин, давай. Умри. Отлично. Все, щит сломан.
Давай, что-нибудь произойдет? В смысле, ничего не произошло? Давай. Плюс 10 урона, плюс 5 меткости, плюс 5 крит. Not bad. Вот, уже интереснее. Уже мне нравится. Так, дружище. Если я сделаю выпад вперед, ты получишь парирование. Отлично, давай, бери. Выпад вперед хочешь? Нет, не хочешь. Пусть это будет с первой позиции критами херачить. Теперь висталочка, давай, висталочка, на тебя вся надежда, ты хиляешь всех по максимуму. Бесконечно бафается. А-а-а, вот в чем прикол. Нам пизда, да? Я понял. Ну хорошо, на 140 хитов. То есть его ход стандартный, это он бафнулся, ударил, бафнулся, ударил, бафнулся, ударил. Теперь все идет на щит, на ходы. То есть чем быстрее я его убью, тем мне проще. Не, ну так лучше. Да, малейшие ошибки прям. Так. Финал 180 урона. Сколько у него защиты? У него защита 50, да? Один раунд еще. Девяносто один хит у него остался. Ну то есть получается 91 хит, это еще два хода мне надо пережить. Промахнись, а? Хер там был, да? Застывший на грани забвения. Ну ладно. Не, не два, три. Три хода мне надо пережить. Почему 4-5-то? Смерть отринута. На этот раз. У него 73. Я бью примерно на 40 вход его снимаю. Хитов. Примерно на 40. Давай-ка ты встанешь на первую позицию с парированием. Чтобы от парирования еще и дымак он получил. То есть получается, он каждый ход фигачит, каждый ход у меня кто-нибудь остановится при смерти. И есть шанс, что кто-то умрет. Парапуль при смерти. Пикапер при смерти. Пикапер прошел. Так, бафаем. Шестьдесят пять. 45 хитов осталось. 45 хитов осталось. 23 хита осталось. Он капер еще сам себя лечит. Отлично. Ну, то есть без висталки здесь было бы очень плохо. Один ход мне надо пережить. Мне нужно пережить один удар. Если я сейчас переживу один удар, он сдохнет. Трое при смерти. Парапуль при смерти. Пикапер при смерти. Почему не может? Может. Да не переживай, господи, сейчас завалим. Там осталось-то, блин. У него 20 хитов. Мы сейчас его ухайдокаем просто в хламину. Ну-ка. Типа продвинуться вперед. Просто выстрелить. 13. 7. 7 хитов осталось. Сейчас оно разрушено. Но я боюсь, не будет конца этому. А? Кровью зло. А?
Кто мне тут говорил? Сломая щит, не пройдешь, а? Я просто профессионал этой игры. На изи вообще. Понятно. Сломал щит, затащил все равно. Сломал щит, затащил. Это не ваше ту скучное убийство, типа, щит поднялся, ударить его несколько раз, там, и о, щит упал, ты там еще немножечко. Давай еще раз закрутить. Не, я, конечно, мазохист, но не настолько.